А зачем нам Саша Шпак? Можно сразу Оле Бузовой попроситься. Она такая листает, увидела, о, вот он, да это же звезда. И ссылочку так в Инстаграме, такой репост. Ну вот там вот такой парнишка есть, он что-то вещает. И у меня сразу такой 5 миллионов подписалось. И я такой: Оля, привет, да ты хорошая девчонка, спасибо. Вот такие вот бывают мечты.